Ну что, ребятушки, продолжаем мы ехать. И у нас теперь двойные монеты должны быть, да. Отлично, двойные монетки. Это очень хорошо. Ой, как хорошо ехать-то. Прокачанные тачки. Да. Тачка, ребята, реально прокачанная. Собираем монеток. И прокачаю еще раз двигатель. Да. Ой, что бежал по лампе. Хороший и быстрый. Угу. Так, а сколько там движок стоило, не помню, 12 тысяч или 14? Ё-моё. Эх, надо много монет. Много монет. Ладно. Попробуем побить свой собственный рекорд. Там, если ты свой рекорд побьешь, то тебе дадут кучу монет. О, оно уже практически у нас 8 тысяч. Так, а здесь надо аккуратненько ехать, я знаю. Можно головой стукнуться. Ох, нифига, мы улетим как, а. 6 монет получил. Ух ты, ух ты, тихо. Так, все, перепрыгиваем. Да. Едет машинка очень комфортно. Быстро. Красиво, молодежно. Ух, нифига, откуда у меня уже 8500? Я не понял. Нифига мы набрали, сколько монет надо. Так что двойные монетки, ребята, это прям вообще здорово. С двойными монетками только так надо зарабатывать деньги. Монетки, я хотел сказать. Ой, хорошо, хорошо. 8900 уже. Сейчас мы накопим на движок. И сделаем улучшение на двигатель. И попробуем поиграть с противниками. Опля. Так, хорошо, отлично. Да. Короче, сколько раз я ездил без двойных монет. Ребята, двойные монеты — это вообще классная штука. Можно вообще нормально таки заработать кучу денег. Оказывается. Только это надо и делать более-менее прокачанной машинкой, где ты можешь проехать достаточно-таки большое расстояние. О, 9600 уже, нифига себе. Так, здесь ладно, внизу проедем. Опа, башкой не стукнись. Хорошо, молодец. Молодец. Еще проблема такая, что бензинчик может кончиться. А хотя... Чем более-менее ты прокачиваешь тачку, тем меньше требуется бензина. Нет, нет, перевернись. Как жаль, мы разбились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, давай попробуем тогда поиграть. Смотри, вот моя команда. У меня тут еще самоцветы. Так, 9 часов осталось до открытия, да? 28 тысяч монет получим. Эх, вот моя команда. Как же тебе в нее попасть? Я не знаю. Где здесь написано, что... Куда? Как ее найти, команду? Команда называется Duda Play. Если только так можешь... так. Попасть сюда. Как бы сюда можно любому человеку зайти. Как бы я сделал. Ну, нормально все. Так, кубки. Давайте поиграем. Кубки нет, берем машинку мою. Вот это вот 14 тысяч монет стоит новый двигатель, офигеть. Ладно, поехали. Ух ты. Не получилось у меня красиво стартануть, ну ладно. Так, едем. Нифига, они меня все обгоняют. Опа, красиво. Красиво. Теперь я еду. Получается первый. О, нормально. Мне главное победить. Да, есть. Есть победа. Может быть из-за того, что мы прокачали машинку. Поехали дальше. Так, опять мне не получилось идеально стартануть. Ну ладно. Кто у нас здесь играет? А, чуваки быстрые, однако, такие. Достаточно такие. Вот этот чувак на мотоцикле. Нифига он.
Вообще прям резкий, чувак. Так, ну нам нужно их обгонять. Опа, очки. Опять первое место. Супер, супер. Вот это прям шикарно. Ах, а чё, почему у меня идеального не получается? Я вроде бы все делаю аккуратненько. Вроде бы должен был первым быть. Ну ладно. Нифига себе. Давай. Мне надо еще раз выиграть. Первое место получить. Будет шикарно. Это будет шикарно, шикарно. Давай. Ух ты, разбилось тут очень много игроков. Есть, первое место, отлично. Вот это вот прям красиво, красиво, ребята. Первое место. Так, ага, Нагорный кубок. Ну, поехали в Нагорный кубок. О, у тебя идеальный старт написано. Мы не особо быстро проехали. Ух ты! Кто это там на монстра-траке такой? Чувак быстрый, а? Блин, а? Ё-моё. Мне нужно быть первым. Как минимум. Ох ты, как тяжело здесь заехать, оказывается. Но все равно какой-то этот у меня автомобильчик еще не особо прокачанный чувствуется. Медленный. Ну, проехать мы проехали. Так, теперь главное доехать. Опа! Вот это да. Башкой стукнулся. О, все, финиш. Давай. Есть. Первая позиция. Отлично. 107 монет еще мне дали. Вот, наконец, идеальный старт. Оп. О, нет. Слушай, нет. Разбились. Как жалко. Ладно. Второе место получили только. Блин. Не повезло чуть-чуть. Ладно. Открыли мы что-то новенькое. Глубокое погружение. Новый кубок. Офигеть. Вот это сложно. Сколько там вообще проехать надо будет? Ну, попробуем проехать. О, тачку. Я хочу новую тачку, ребята. Поехали. Глубокое погружение. Да, но у меня здесь, конечно, очень классно. Все-таки багги ездит. Ну да ладно. Сейчас попробуем, проверим на вот этой тачке своей. Новенькая прокачанная тачка. Ух ты! Тихо. Какие-то бочки там стоят. Вроде бы первый еду, да? Офигеть. Как бы здесь я очень редко первый вообще приезжаю. Ну а тут, смотри, я первый еду. Круто. Опа, врезались. Да ё-моё, что это там такое еще стоит? Всякие наросты. Кораллы всякие, которые мне мешают. Оп, проехали, отлично. О, здесь еще бензин был. Вот это, если бы мы его не проехали, было бы плохо. Ну где ж там уже финиш-то? Оп. Да ё-моё, быстрее. Так, бензин не взяли, да? Ну я надеюсь, что кубок будет быстрее. Ближе, чем... Да, вот он, кубок есть. Ой, кубок, говорю. Финиш. Все, приехали. Смотри, там какие рыбы. Страшные. О, первое место, нифига себе. А, дальше проезжаем фабричный кубок. Поехали. О, скоро мы прокачаем движок. Так, вообще нормально. Смотри, какие игроки быстрые. Тихо. Мы должны быть приехать первыми, ребята. Отвалите от меня. Ух ты, мы прям, смотри, нос к носу едем, ё-моё. Как же мне приехать первым? К сожалению, даже не знаю. Второе место получили. Жаль. Опа, ах, идеального старта не получилось. Ну ладно. О, а чё-то я последний еду. Ребятки, подождите меня, вы чего? Я не должен последний ехать. Хотя бы второе место. Лучше, конечно, первое. Так, не взяли мы бензин, ну да ладно. Я не думаю, что это критично. Да. Опять вторая позиция. Да что ты будешь делать? Два раза вторая позиция. Слабенько проезжаем, ребята. Оп, тапочки. Так, открыли мы себе крышу, сломали. Ё-моё. Опять это все срабатывает. Да ну, я чуть-чуть сейчас по третий приехал. Ой-ой-ой, каким я сейчас вообще стану-то? Второе место. Ну, неплохо.